Всем привет, наши дорогие друзья, это рубрика постройки. И просто сегодня мы будем строить крипера и кого? А это секрет. Да. Вы узнаете сами, ребятки. Сейчас у нас инвизор включен. Да тихо ты уже. И короче, сейчас, короче, я включаю таймер. Готово. Раз, два, три. Все, 5 минут. Строй крипера. Ладно. К себе иди. А кого мы там строим? Крипера. Угу. Так, подожди, дыри. Так, сколько у крипера ног? 4? 2. 2? Нет. Да. Так, мне что-то нету подходящего. Зеленый надо. Я не буду свою ошибку совершать. Короче, вот мне ждали один ролик, когда мы будем построим какого-нибудь моба, да? Да? Да. И в нем построим домик. Так, выключу звук, чтобы вы, ребятки, не слышали, не видели. Угу. Ай, Павла, две. Ты что, меня подглядела? Нет. У нас уже 2 минуты почти что прошло. А то, что у меня крипер тут стоит. Везуха. Глядеть ты можешь. Да у него 4 ноги, ты чё? В смысле? Ну, где яйцо крипера? А, я просто так его начал строить. Надо, оказывается, вот так вот его строить, да? Получается, я добавляю одну вот эту сторону. Я просто подумал, вот так вот он строится. Ты уже почти что ноги доделал. Нет, сколько ли... Перед ребятами. Там все лунтика построил, а не свинью. Я тебе сейчас дам как. Даже не подглядывай ко мне. Хочу я тебе так дам? Если ты так глядишь. У нас уже 3 минуты прошло. У нас 3 минуты прошло? Mm-hmm. А, да. Ребята, ставьте, пожалуйста, лайки. Ватика, да? Mm-hmm. И подписывайтесь. На канал. Это очень приятно моему брату, да? Uh-huh. Так, вот теперь нужно повыше. Теперь еще сзади также. О, крипер мой ходит там. Кстати, ребята, пишите в комментарии, какие еще нам ролики снять, да? Да, постройки там. Или либо самые прикольные ролики. Вот. У нас 4 минуты прошло, надо быстрее. Или про гонки, да? Какие гонки? Ну, гонки в Майнкрафте. В смысле? На чем? Ну, гонки в Майнкрафте, бежать-то. Ну, я тебя выиграю. Так что пишите в комментарии, какие можешь серию пряток снять.
Да. Вот, кстати, у нас не получается как-то по сети Майнкрафта играть на своем сервере. Угу. У нее баги какие-то просто. Да. А вот Асиме может на меня зайти. Да? Угу. У моего крипера какая-то кофта получается. Вот. Тут 5 минут прошло, у нас 2 минуты дополнительных, да, получается? Ты что, не дашь еще минуту? Так-то крипер не так выглядит. Опа, я кое-что вспомнил, что у крипера не так и сделал. А слушай, а я нашла уже яйцо, ну знаешь кого? Кого? Ведьмы. Молодец. И, кстати, ребята, если вы захочете построить ведьму, вот, чтоб мы построили, вы пишите в комментарии. Угу. Кстати, если у нас какие мы еще будем ролики снимать, там будет усложнение, да? Угу. Подождите. О, крипер ходит тут. О. А сзади у меня тоже такое же. Где крипер? А, ладно, уже вспомнил. Нет, сзади чики-пуки вроде у него. Ребята, кто смотрит Спенджи Боба? Are you wicked? А, я, thank you. Я даже пить не умеющегося. А у крипера как там голова стоит? А я тебе не скажу. Ну-ка, я сам посмотрю. Крипер, а я знаю, у него голова большая, не заходит. У него большая голова. Слушай, для тата. Так, чтоб куб построился. Он даже может кого угодно съесть. Да? Угу. Потому что у него огроменная голова. Ты будешь еще 2 минуты играть? Да. Квадрат, квадрат. У нас Майнкрафт квадрат ниже. А в комментариях, кого нам построить? Да. Да, вижу, у тебя там крипер ходит. Эй, ты не подглядывай. А я к тебе не смотрю даже. Я смотрю только на крипера. Кстати, у Артемия появился попс. Да? Попит. Да, попец. Попит. Попит, да. Я путаю. Ребята, а вы пупаете? Вы путаетесь? Пупаете. Да вы путаетесь? Вот как... Что вот... Как называется попет? Поп-ит. Попет. Поп-ит. Поп-ит. Так, как крипер, выглядит. Ну-ка, крипер, стой. Ага. Можно приручить бомбой. А у него как расположено лицо? Ну-ка, крипер, стой. Ага, у него прям... У него примерно где-то... А? Ты дашь мне еще минутку? А вот это заканчивается, это уже скоро. А, не так, расстояние у меня не то. У нас опять 2 минуты уже прошло. Ты что берешь 2 минуты? Вот эти тоже похожи на голову крипера. Так, это я сделал, где? Дальше что там? А у него тут такой носик идет. Блин, я забываю,
то, что в реальный пипер там. Эй, шки, смотри. Ты это сам ко мне подсматриваешь. И вообще там и самому ролика для ребят нельзя ругаться. Угу. Подожди, я не понимаю, как глаза ему тут сделать. Вот так вот, что ли? Его просто там с белым. Ну как Рипер, погляди на меня. Кстати, вот и мы думаем, кто будет оценивать наши постройки? Подписчики. Да, конечно, подписчики. Так, Рипер, мне пора с тебя убрать. Или ты сам идешь? Все, пока. Это просто его стукни и вниз. Кстати, тут почему-то у нас животные ходят на Майнкрафте. Быстрей. У меня какие-то программы включились. В смысле? Покажи. Да я сейчас сделаю так. Покажи. Да все, я уже убрала. Ну что там, дали хоть Крипер или нет? А я уже все. А я, дядя, смотрим, к тебе идем. Голова как будто бы ему голову прищемили. Да? А тут так вот на Крипера я смотрела, да? Да. Это теребенок. Мой малыш. Тебе же на моё иди смотреть. Ладно. Ну ладно, надо как-то его смотреть странно на него. Ты чё? Ракета от страха. Чё строить будем дальше, мы хотели? Это как будто бы усики. Теперь что мы ещё не строили? А ты бы мог посмотреть на зомби? У него подходящее лицо крепко. Так, дальше мы овечку строим, да? Не знаю, чё. Ну-ка, сейчас я выберу. Лошадь? Дракона? Нет. Алмаз? Давай алмаз построим. Ой, мой. Давай алмаз. Так, ищем алмазик. Вот сюда алмазик. Такой. Да, тут есть такой блеск белый. Так. Как будто бы ты подглядываешь как-то. Так, дальше нам надо секретики, у меня тут будет небольшие. Какие секретики тут? Улечики. А ты же у нас с вами сейчас посмотрим, сколько времени. А ты же таймер-то идет. Поставь на паузу и сюда оно включи. Зазвонил, блин, перед ребятками. Я уже все приготовила, а можно к тебе? Нет, ты уже построила алмаз? Нет. Понимаешь, что ты еще выбираешь. Как раз. Два. А, походу, так, сколько тут? Раз, два. Так вот, Серега, наверное, думаете, что я сейчас строю, но это алмаз, так выглядит, что... Так, 6, это сойдет. Раз, два... Тихо! Раз, два, три.
Я тут чуть-чуть неправильно сделаю. Угу, тут накосячил я. Ты чё ко мне подглядываешь? Почему я в тебя подглядывала? А давай домик алмазик. А где не надо? Вот теперь я все правильно поставил, дальше все заделаю. Я уже смотрела ролик у Евгена, как он строил дом алмаз, так что я уже знаю. А ты купила эту серию? Нет. Тут есть небольшие такие лески, как они тут? Я поставила... Я тебе сказала, таймер поставь, все заново. Ух ты, Вася, да? Все, таймер пошел. Мне еще крипер тут ходит. Тут пукает, блин, у меня крипер. А знаешь, кто это крипер? Угу. Ты. Эй. Угу, получается это... Блин, мне нужно чуть-чуть сломать крипера, потому что мне нужно местечко. Ты это тут мечты не устраивай. Чего? Ты меня тут это читы не устраивай. Я читы тебе не устраиваю. Стою, а у меня... Что, у тебя чат появился? Теперь как там? Так, дальше. Я строю, как знаю, алмазик. Все. А я еще и все. Ты что, можешь там еще что-то построить? Я окамела, я умаю. Ты что, как я строил, что ли, как раньше? Я строил. Ты ко мне не смотри даже. Да, я даже не собирался. Давай быстрее, но у нас времени будет 20 минут. Торчи мне. Я уже совсем крышу делаю. Ко мне не подглядывай. Я подглядываю. А? Я не подглядывал. То я вижу твою записку. На твоей голове. Я, конечно, тут чуть не накосячу. Ну быстрее давай. Да я уже доделываю. Хорошо. Все быстрее, быстрее. Ты так долго делал. Я на твоего Чикина смотрю. А? Я на Чикина смотрю. Да. Четыре блока, я перепрыгну через четыре. Я не посматриваю ко мне. Ой, извините. Это как будто бы Майя и Евген была, да? Угу. Они тоже в постройках играют. Чикен, чикен.
Тебе начало. Вене. Это что? Это что за юла? Это алмаз. Так, смотрим на алмаз. Не, ты на него посмотри сейчас. Что это такая лепешка? Это алмаз. А почему тут половины нету алмаза? Здесь. Ну, маленький такой построил. А где вот здесь-то? Крыша-то, блин. Да, чего тебе не нравится-то? А где крыша тут? Какая крыша? Здесь. Чего? Здесь. Я вижу, что тут ничего нету. Так, ты на алмазе, смотри начало. Да вижу, я вижу. Вот, алмаз я скину. Не подбирай только сейчас алмаз. Смотри. Видишь, как он выглядит? Видишь? Да он не синий, а голубой. Вот, голубой, синий. Белые блестки такие. Алмаз голубой вообще. Ну хорошо. В следующем ролике мы будем строить что? Изумруд. Наверное. Ладно, наш видеоролик подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Шлигель, Ксёлыгель. Всем пока-пока.